Пистолет стример 2014 или 2014, как нравится, турецкого производства, исполнение титан, по-моему, цвет так называется, титан. Предохранитель, как мы и привыкли, вверх включен, вниз отключен. Ствол на просвет. Ствол на просвет. Затворная задержка работает прекрасно. Вообще пистолет легкий. Ставим на предохранитель. Ну, кому как нравится. Зарядка за счет того, что магазин вмещает 14 патронов. В два ряда укладываем. Рукоятка получается толстовата. Стрелять будем патронами Magnum 9 мм ПА. Я еще покупал в 2011 году. Но при правильном хранении им ничего не будет. Ничего не случится. Снаряжается магазин довольно легко, пружина мягкая. Пистолет довольно-таки небольшой по сравнению с другими моделями. Вмещается в такую небольшую кобуру. Посмотрим, как стреляет.